2020 год объявлен в России годом памяти и славы. Страна будет праздновать 75-летие Великой Победы. Подготовку к торжественным мероприятиям Ивановский район начал уже в этом году. Специальная комиссия обследовала памятники, находящиеся на территории муниципалитета. Выехали на 40 объектов. В Богородском сельском поселении было обследовано также единственное воинское захоронение. Здесь мы отметили для себя в настоящее время замусоренность территории, неудобство подхода, но глава Богородского сельского поселения пояснил, что к праздничным мероприятиям территория будет приведена в порядок. Также появится доступная навигация, потому что в настоящее время очень тяжело найти данное воинское захоронение. Тем не менее, большинство памятников в удовлетворительном состоянии. Где-то прибраться, где-то подкрасить, где-то подремонтировать плитку, ведущую к монументу. Крупных финансовых вложений не требуется. Очень трогает то, что ветераны сельских поселений внимательно, трепетно относятся к этим памятникам, потому что здесь упоминаются их родственники, их соседи. И это их вся жизнь, молодости и сознательной. Поэтому все они находятся благоустроенные. Вот. Некоторые просто вообще в идеальном состоянии. Ну, к весне потребуется где-то подкрасить. С просьбой привести памятники Великой Отечественной войны в достойное состояние комиссия обратилась к главам поселений. После зимы ревизоры планируют еще не единожды посетить каждый объект, чтобы к 9 мая ничего не осталось неблагоустроенным. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.